Еще по одному Беллини. Мы празднуем. Пожалуйста. У тебя в вагине магнит, что ли? Он симпатичный. Посмотрите на эти буфера. Можно взять в рот один сосок или два в любой момент. Почему мой капучино похож на мокко? У них новый бариста, может, ошибся? Спасибо. Тяжелая работа хорошо оплачивается. Я не могу понять, меня это заводит, или я хочу вырвать ему глаза и скормить ему его же яйца. Надеюсь, ты захлебнешься своей блевотиной и сдохнешь во сне. Хватит флиртовать со мной на работе. Я видел вас здесь на днях. Хотел что-то сказать, но не сказал, потому что вы такая недоступная. Ух ты, вот это вы ошиблись. Если я выиграю, ты покрасишь ногти в розовый. Отлично, а ты расскажешь мне о себе то, чего другие не знают. Оливия? Итак, чего ты хочешь? У меня есть кое-какие идеи. Сними с меня штаны. Ударь меня. Сильнее. Плюнь мне в лицо. Привет, красавица. Это как аттракцион. Весело, но ненадежно. Чем могу помочь? Я не хотел вчера тебя кинуть. Ради тебя я надела приличную одежду. Не хочется быть той, кто все время плачет из-за парня. Я вроде как люблю тебя. Я никому еще такого не говорила. Ты мне врала. Я не врала. Ты моя лучшая подруга. О чем ты думала? И ты не самый понимающий человек на свете. Удали мой телефон и вали нахрен. Ты драматизируешь. А ты глотаешь? Зависит от парня, но... Да. А ты глотаешь? Да. А что ты делаешь в постели?